Молодежные новости с самыми главными событиями этой недели. Здравствуйте, и в этом выпуске вы увидите. Мисс Бан 2016. Начало приема анкет «Трудовые отряды». А также «Золотая рыбка 2016». В первую субботу апреля Нарвский молодежный центр традиционно устроил конкурс «Мисс Бан». О том, как все это происходило, смотрите далее. Всем привет! Сейчас мы находимся в Доме культуры Ругади, где завершился «Мисс Бан 2016». Давайте посмотрим, как это происходило. 2 апреля 2016 года состоялся конкурс красоты и обаяния «Мисс Бан». Это мероприятие в четвертый раз организовал Нарвский молодежный парламент при поддержке Нарвского молодежного центра. Во-первых, этот конкурс учит девочек хорошо и правильно держаться на сцене, не бояться, выходить, участвовать, пробовать. А во-вторых, это, конечно же, учит девочек уметь проигрывать и не обижаться на соперниц. В этот раз конкурс был приурочен к Международному дню детской книги. В этот день на конкурсе в фойе ДК «Ругадив» можно было еще и обменяться книгами. Победительницей конкурса «Мисс Банд» стала Дарина Привалова, участница под номером 7. А приз зрительских симпатий получила Мария Попова, которая участвовала в конкурсе под номером 6. Мы сошлись на одном мнении, и у нас не было очень долгих обсуждений. В принципе, мы выбрали победительницу единогласно и, естественно, хотели отметить всех остальных участниц конкурса, которые тоже были блистательны, красивы, и, безусловно, их таланты нас поразили. Зрители и участники были рады, что парламент провел для них красивый праздник. Ежегодно молодежный центр совместно с Нарвской городской управой устраивает трудовые лагеря для ребят от 13 до 16 лет. О том, как туда попасть, смотрите далее. Нарвский молодежный центр по традиции летом 2016 года организует трудовые отряды, в которые приглашает молодежь в возрасте от 13 до 16 лет. Отряды, сформированные в рамках этого проекта, состоящие из 10 человек и одного лидера, будут участвовать в благоустройстве города. Если вы хотите стать членом трудовых отрядов, то вам надо заполнить анкету участника и принести ее в Нарвский молодежный центр. Анкету вы можете скачать на сайте nordic.ee или получить у руководителя по интересам, а также в молодежном центре. Анкеты принимаются с понедельника по пятницу с 2 до 6 вечера, а в субботу с 10 и до 2. У нас будет проходить лотерея с помощью лотереи, которая пройдет 29 апреля в Нарвском городском собрании на втором этаже. Лотерея будет в 4 часа вечера проходить. Туда приглашаются все дети с родителями, которые могут присутствовать при этой лотерее. Будет выбрано отдельно июнь, мальчики-девочки, отдельно август, мальчики-девочки. Всю подробную информацию о трудовых отрядах можно получить в молодежном центре, а также на сайте nordic.ee. Поспешите! 16 апреля – последний день приема анкет в Нарвскую школьную дружину. С 5 по 10 апреля ДК «Ругадив» проводит фестиваль школьных театров «Золотая рыбка». О том, как все это проходит, смотрите далее. Всем привет! Сейчас мы находимся в Доме культуры «Ругадив», где проходит «Золотая рыбка 2016». Давайте тоже понаблюдаем за ней. В этом году Республиканский фестиваль школьных театров празднует юбилей – 25 лет. За эти годы на сцене ДК «Ругадив» показали более 800 спектаклей, которые поставили более 200 коллективов. На этот раз в программе фестиваля «Золотая рыбка» 44 спектакля. Можно увидеть здесь спектакли для самых маленьких, можно увидеть спектакли для совсем взрослых, можно увидеть спектакли для родителей с детьми. Но интересно то, что раз это 25-й юбилейный фестиваль, то мы обращаем внимание всех, и особенно молодых артистов, на вот эти вот две колонны. Здесь отзывы и режиссеров, и членов жюри, и просто жителей нашего города о фестивале, о его разных этапах и разных годах. И так как в основном сегодня у нас мало читающей публики, в основном мы все смотрим в интернете, мы везде можем что-то прогуглить, узнать, наберитесь терпения, если у вас будет минутка, походите, почитайте, посмотрите на фотографии, возможно, вы узнаете своих родных, близких, может быть, кто-то уже узнает даже своих братьев, старших сестер, а может быть, даже родителей. Как отметила специалист по культуре ДК «Ругадив» Наталья Помазан, в этом году у фестиваля есть одна особенность. Участвуют только школьные театры из Эстонии. Завтра, 10 апреля, в 12 часов утра состоится закрытие фестиваля. И мы узнаем, кто же получил желанную награду – золотую рыбку.
Молодежные новости подошли к финальной черте. С вами была Катя, хорошего вечера и до новых встреч. Молодежные новости пошли. Куда они пошли? Куда они пошли? Ладно. Гоу. Подожди. Гоу. Пошути, давай, пошути. А, открой окно, жарко тут. Хо! Вкусная печенька? У меня тоже там где-то была.